Всем привет, мои хорошие друзья, с вами Дариди, добро пожаловать в игрушку Петля Времени. Ну что ж, давайте начнем, это игрушка ВКонтакте, ссылку на игру я оставлю под видео, под описанием. Давайте заберем ништяки, это кликабельная игрушка, нужно кликать. Так, тут монстр попадается, но тут можно проиграть, ребятки. У меня три героя пока что, я хочу с вами нанять четвертого. Так, а что с этим? А, это мой клик, да? Это мой клик, можно улучшать. Можно магию улучшать. Друзья, можно отправить припасы. Давайте отправим. Так, все отправили. Так, у меня 19 тысяч к и 60 кристаллов. 250 стоит плюс 1 магии. Так, я уже по 11 буду наносить, да? Так, прикольно. Давайте все-таки себя немножко улучшим. Так. Пускай 15 будет. Да, до 15 улучшим. Записи мага. Шанс 29%, время 38 минут. Задание на... А, начать. Давайте. 37 минут у нас в процессе. Записи мага. Обычная записанная книжка волшебника. Таких книг позволяют вам везде успевать со своими колдовством. При открытии записи... Так, ваше активное задание для фея мгновенно завершается. Вероятность успеха всех заданий для феи так останавливается. Что мне надо сделать? Что мне надо сделать? Я не понял. А, ну тут шанс 29%, время 38 минут. Ну что ж, постараемся. Может, кого-нибудь наймем? Смотрите, призыв вора, мастер теней и обмана. Его атаки незаметны и смертельны, а присутствие неощутимое. Врагам стоит оглядываться почаще, вдруг он уже у них за спиной. 8,5 миллионов? Миллионов? Ты шутишь, что ли? Так, а сколько стоит тебя улучшить? Можно булаву улучшить. За 2,5к. Или что это такое? А, за 56 всего лишь-то. Давайте прокачаем. Булаву. 11 левел. Здоровье можно улучшить ему. Мы чуть все не потратили на улучшение. Это кто такой? Это защитник. А как его использовать? Есть девушка, охотница, лучник, я так понимаю. Так, дедушка есть. Давайте дедушку улучшим. Посох, ничего себе. Неплохой такой урон. Так, ну мы идем. У нас какое уже задание мы выполнили? Тут на 21 месте. Это мои друзья, да? А где я сейчас нахожусь? Я уже немножко подзабыл. Доход золота 1000 к в минуту. Неплохо. Идем в магазин. Золото 33 к можно купить. Пока что не надо. Пока вас не было, ваши герои сражались, чтобы добывать вам это золото. О, 2000 соберем. 2000 нам дали. А попросить припасов можно. А, можно забрать. Спасибо, дружище. Мне ключ дали. Также мы отправим. Так, что у нас тут такое? Вы можете назначить двух своих друзей помощниками, когда они играют, то их феи прилетают. А, они не играют, да, пока что, или играют? В наличии 4 осталось. Подарки могут содержать в себе кристаллы, жетоны, героические кольца, а также артефакты. Нам не хватит денег. Новые герои. Ух ты, нифига себе. Предложение с свежая кровь за 50 голосов. Нередки, я пока не могу голоса тратить. А вот они, герои новые. Онежка есть какая-то. Почта попросить припасов. Онежка, потом есть Дуарк. 4 ключа стоит. А сколько у меня ключей-то? Так, Бамул. За какие-то особые... За какую-то особую энергию можно его купить. Блин, я хочу себе такие. Было бы прикольно, если бы мне кто-нибудь дал. А, вот они, герои. 8 миллионов. Блин, это слишком дорого. 8 миллионов. Подождите, у меня сейчас 2 миллиона, да? У меня 2 миллиона. 2,62. Мы почти его сделали. Давайте уже докопим до конца. На какой у нас левел вообще? Мы вообще вперед продвигаемся. Я еще пока что даже не в битве. Ладно, пойдем в битву.
Что такое золотое касание? Перезарядка 20. На 5 минут убийство врагов с помощью магии приносит вам в 6 раза больше золота. Давайте возьмем. Ничего себе. Минут 20 мы поиграем в эту игрушку. У меня 2 миллиона. Блин, хочется больше. 2 миллиона с чем? 82 там нам надо было, чтобы нанять нового героя. Я хотел бы нанять нового героя. Доход 1к в минуту. 33к можно взять. Ладно, давайте возьмем. Вообще, зачем я это взял? Какую-то фигню сделал, действительно. Нам нужен герой. Смотрите, 2 миллиона 85. Мы почти что мы его приобрели. Но нам немножко не хватило. Так, мастерская. Тут можно героев нанимать. Мир. А, мир недоступен. Ожидается. Гоблины еще не закончили работу над этим. Так, ясно. Кстати, если вы зайдете в новости, вы попадете в группу. И тут будут все новости петля времени. 9 августа последнее обновление было. Ну-ка, давайте за ней спустимся. Смотрите, нет. 9 декабря что-то новое, петля времени, интересно. Это можно почитать, ребятки. Ссылку на игру под видео под описанием ставлю, так что приходите, играйте. Ребят, когда мне вообще 2 миллиона дали? Я вот этот момент почему-то упустил. Мастера, это герои. Мне надо еще больше денег. Так, подарки, что у дедушки? О, ты это кто такой? А, мой враг. Я готов с тобой сражаться. Вы обогнали Максима. Так, мы поделились. То есть я могу в любой время, в момент перейти. А, вон, видите, полоски идут. Вот, все, я понял. Я ползу, ползу потихоньку. Так, герои сражаются. Видите, как заполнится белая шкала, я смогу сразиться с главным. Отлично, я понял. Все, видите, он открылся. Я в любой момент могу с ним сразиться. Если меня не победят, конечно. Я обогнал. Давайте поделимся. Так, поделились. Хотя меня сейчас могут убить, правда? Бедный дедушка, может ему что-то увеличить? Посох. Ну, это 1000 стоит. Блин, я хотел на нового героя накопить. Нам надо 2,85, а у меня 2,66 миллионов. Нет, мы почти нового героя получили. Какая-то монетка-то странная. Слишком медленно. 2,67, нам надо 85. Еще даже 70 нету. Надо очень часто кликать. Блин. Больше ничего такого нету. А, можно выбрать друга. Короче, меня сейчас все победят. Бей-бей-бей. А сколько у меня времени есть? Один я остался. Блин, короче, я его не прошел, да? Похоже, вам бы не помешало припасы. Попросите у друзей о помощи. Так, мы запросили, конечно, помощь. Мы не победили 23-го левела. Это сколько секунд они будут мертвыми? Доход золота минута где-то 890. Это очень мало, это меньше 1000. А тут миллионы, 2 миллиона, блин. Я хочу этого героя. Вот дедушка появился. Конечно, они сейчас на дедушку будут нападать. Бедный дедушка. Дальше мы не будем продвигаться пока что. Слишком мало золота в минуту. тысячи золота. Ну, 52... это, наверное, тоже будет мало. Сколько у меня получится? Ладно, я уж куплю. 2,72. А нам надо 2,85. То есть, в принципе, мы недалеко до нового героя. Пытаюсь сделать все возможное, чтобы нанять нового героя. Очень хочется. Очень хочется им поиграть.
53 тысячи в минуту. 53к. А, в минуту? Так мне можно было не покупать. Мы уже это быстро бы накопили. С моими-то способностями. Или там было больше? Ну-ка, магазин. 52к за 30. Думаю, мы наберем. Так, далеко это мешочек, там эликсир. А, мы подлечили своих героев. Ну, смотри, ребятки, мне пока что... А, 1к в минуту. 1к, я думал, 50 там к было. А это будет долго, мне кажется. Мы застряли, 2,72 у меня, и все. Нам надо 2,85. Откуда появились деньги, я не знаю, но это, конечно, прикольно было. Да, долго нам, видимо. Ну что ж, давайте попробуем сразиться. Может, за этого босса нам дадут больше? Давай, 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 лисов надо убивать, лисов. Обогнали, отлично. Я, конечно, пытаюсь что-то предпринять, но мне кажется, это очень-очень долго будет. У меня 2,72 и все, застряли мы на этом. А в минуту только 2к, вот смотрите, 3к прибавляем. С каждым разом все быстрее, больше и больше прибавляем. Погиб один. Мы, кстати, сражаемся с Артуром. Возможно, я проиграю Артуру. 3к в минуту дают, 3к в минуту. Скорее всего, я проиграю. 100% проиграю Артуру. Время слишком мало, блин. Дамаг тоже слишком маленький. Нет, к сожалению, нет. Так, ребят, вот тут битвы, и тут какие-то ништяки у нас. А, навыки, я могу навыки улучшать. А сколько у меня... А где мои звездочки? Временный союзник какой-то, уровень 2. Охрана. Слушай, а где звездочки? Я ему кому-то еще могу дать? Давайте тебе дадим поток. А это он восполняет жизни, что ли? Так, естественно, хищник, а плюс 8%. Уровень 1. Так, ну вот мы улучшили всех. Прикольно. Но этого пока что слишком мало. Слишком мало. Тут какая-то битва, смотрите, что такое? Рассекатель. Можно все вообще активировать. Давайте все активируем. Так, все, давайте начинаем биться. Я все способности свои активировал. Может быть, это мне поможет. Так, давай, я вступил в битву, вступил. Дайте лучше золото. Отлично. Собираем золото, но этого слишком мало. К сожалению, у нас нету нового героя пока что. 85. Никак мы с вами не сможем обогнать. Смотрите, доход минуту уже 5000 дает. То есть, чем дальше я продвигаюсь, тем лучше. Тем больше у нас денег. 5000к пока не было в минуту у нас. Это хорошо, догоняем. С такими темпами у нас, в принципе, все будет очень шикарно. Нам нужны не ка, а миллионы. До миллионов нам, видимо, очень долго. Ну, очень хочется героя посмотреть. О, сейчас будет вожак, сейчас будет главарь. Нифига себе. Мишка косолапый. Я боюсь, я его не выиграю. У него 21к. 21 на 1000к. Я пытаюсь сначала эти хотя бы убрать. И нам не хватит. Не, ребят, бесполезно. Бесполезно. Стоит просто сдаться. О, можно забрать, смотрите, ништяк. Отлично.
Все, больше не зачем, блять. Блин. Вот же черт. Этого слишком мало. Вообще ссылку на игру я оставлю под описанием. Переходи, играй. И будет все здорово. Всем до скорого. Всем пока-пока.